Мы прибыли в Стокгольм ранненьким утром. Доброе утро с приездом. Стокгольм, очень приятно, рады видеть, рады помогать. Механики русские, тем более русские механики. Песочку можно подсеть? Я сейчас на самом деле удивлен. Да нет, что удивлен, мы ему просто говорили, что это вещь, понимаешь, что дорога. Он говорит, что подходит, Давид еще реально работает, ну вот. Не, ну да, я подошел. Тихо, что хочу сделать. Че, подарить тебе кепку сопротачку? Послушай. Давидыч, скажи мне, пожалуйста, реально это штука? Говорит, я себе это заливаю. И говорит, что ты это в каждом городе увидишь. Но я не знал, что в каждом городе мне будет снимать поддон и клапанную крышку. И это все реально будет работать без масла. Кто в моторах разбирается? Понятно. До какой степени? Стокгольм. Я пропагандирую. Заливайте себе вот эту продукцию, ну и у вас не будет проблем с мотором. Ну и у вас не будет проблем с мотором. Мотором. И спонсоры у нашего пробега, мы хотим поехать, показать чувакам невозможные вещи. Задача у этой штуки заключается в следующем. Вот в танк попадание происходит, двигатель, масло уходит. Вот, а на полном газу танк, ну, чтобы людей не убило, там, он должен уйти с линии боевого огня. И вот эта формула, это по сути та же формула, которая в российских танках. Вот лезет, смотри, что ты хочешь. Они это будут делать в каждом городе. Я не знаю, как это пройдет, но это уже факт. То есть, если вы снизу реально сейчас посмотрите, вы увидите то, что там поршни ходят. То есть вы увидите снизу то, что никто никогда не знает. Просто загляните снизу. Ты видел? Да, видел. Я снимал уже на видео. Я уже с ребятами, в принципе, поговорил. Посмотрите сами, блядь. Ничего не написано. Правильно? Направляю. На распредвал. На гай. Och nu så går motor på utan olja, helt utan olja. Ni kan se att det är helt öppet och att all olja är här i korgen. Och det är det som gör den här produkten att i extrema omständigheter så hjälper den till motor att fungera som den ska. Ты новый мотор сейчас я завел. Да. А сколько у тебя? 3 километров. Ну, 1004 я проехал. Без проблем, абсолютно. Можно даже масло не менять, ни фильтра, ничего. Я знаю.